Добрый вечер, друзья. Это Анапа, 12 мая 2019 года. Я приехал на речку Анапку, в то место, где она впадает в Черное море, и вот наблюдаю такую картину. Устраивается вот этот перешеек сейчас, работает трактор, а КамАЗ, вот я сейчас смотрю, ну или не КамАЗ, это, в общем, какой-то грузовик застрял в Анапке. Он хотел переехать и вот забуксовал. Вот сейчас трактор будет его, наверное, подталкивать. Посмотрим, как это будет происходить. Вытянули репку, вот, ну сейчас видно, там вот еще остается небольшой участок воды, где речка еще соединяется с морем, ну вот скоро закроют, и для меня всегда такой вопрос, то есть получается течения никакого нет, и практически так и будет, вот вот этот перешеек будет так и сохранен. Ну, вот такой короткий был репортаж. Всего вам доброго. Если было что-то видно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго.